Сегодня утром на переправе со стороны нашего города недалеко от берега утонул вездеход. Тонкий весенний лед Оби не выдержал нагрузки, и автомобиль на больших колесах ушел под воду. По данным управления по делам ГУ ИЧС, водитель не пострадал, успев самостоятельно выбраться из кабины. Транспортное средство можно было заметить не сразу, поскольку на поверхности были видны только огромные колеса. Теперь владельцу, который нарушил запрет на выезд, предстоит эвакуировать автомобиль. Машина перевозила груз, ну, внедорожное транспортное средство типа трека, вот она перевозила груз и не смогла его, видно, заехать на лед, и поэтому произошло прокидывание транспортного средства. Вот. Ну, несмотря на то, что мы устанавливаем ежегодно запреты, ежегодно проводим рейдовые мероприятия, к сожалению, все равно людьми движет жажда наживы, ну, и такие вот случаи, к сожалению, иногда происходят. Стоит отметить, что за неделю действия запрета выхода людей и выезда транспортных средств на лед водных объектов было составлено уже 3 протокола об административных правонарушениях. Нарушителям грозит предупреждение либо штраф от 500 до 1000 рублей.